Добрый день, дорогие мои друзья! Экскурсия по интерьеру моего домика Хоббита. Перестал считать коллекцию после 1500 штук лягушки со всего мира из разных материалов. Шикарный вид за окном. Девочки гламурные лягушки. Оркестры. Лягушки со всего мира. Часами можно рассказывать про историю этой коллекции. Музыканты, сцены. Керамика, ручная работа. Лягушки с островов. Лягушки Нецки. А это матрешки и игрушки. Первая матрешка была куплена в Берлине, в Берлинской башне. Остальные лягушки куплены в странах СНГ. Не могу выставить всех матрешек, потому что маленькие матрешечки от 5 до 10 миллиметров потеряются. Пиноккио лягушка из Италии. Это с островов лягушки с палочками. Они трещат, когда по ним палочкой проводишь. И австралийяне считают, что этот звук отгоняет злых духов. Лягушки, музыкальные шкатулки. Лягушки, ангелочки. Итальянские лягушки ручной работы. Это лягушки профессии. Есть и повара, и музыканты, пожарники. Даже есть цыганка-лягушка. Лягушки выполнены из металла. Лягушка-бульбулятор из Амстердама. На большом рынке. Разновидности, формы, позы. Светильники лягушки оркестра. Лягушка-прокурор. Немецкие ручные работы. Прокурор, рыбак. Прокурор соглашается. Это редко бывает, что прокурор так соглашается. Опять керамика, ручная работа. Лягушки, шкатулки. Лягушки из стекла. Первая стеклянная лягушка была куплена в Варшаве. Не прошло 10 лет. Коллекция пополнилась большим количеством стеклянных лягушек. Опять-таки разный цвет, форма, дизайн. Большое количество шкатулок лягушек. Они предназначены для того, чтобы женщины прятали в них свои колечки, цепочки, золотые украшения. Все не открываются. Многие женщины используют шкатулки лягушки, потому что есть такое азиатское поверье, что лягушка приносит благосостояние. Этот шкаф мы нашли на свалке на мусорнике, переделали его под лягушачье царство.
макраме вверху. Изображал сеятелем и сделали металлическую такую подоснову для магнитных лягушек. Новогодняя елочка для игрушек-лягушек. Вы когда-нибудь видели такое количество новогодних игрушек-лягушек? Эти новогодние подарки со всего мира. Листочки. А это наш камин. Создает тепло, комфорт. Учитывая, что на улице минус 15, помещение тепло. Украшения, лягушки. Пока еще не придумал, как их разместить. Вот они, шкафчики. Марки, открытки, конверты, кружки. Дорогие друзья, для того, чтобы вы не подумали, что это диагноз, у меня внизу находится такое же помещение, погреб. Эти лягушки выжили меня из кабинета, из офиса, поэтому пришлось создать им такое помещение. Хорошего просмотра, до следующих встреч.